коллеги по хобби. Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом. Рецепт называется «Картошечка с курицей в шубке, в грибной». И для этого буду использовать 14 картофелин, нарезано в длину по 5 мм в толщину. Желательно использовать картофель, который вытянутый. Так вам будет проще. Килограмм куриного филе также нарезан тоненькими полосочками. Примерно вот так. В этом году лесных грибов не набрал. Буду использовать шампиньоны. Также нам понадобится 8 небольших луковиц репчатого лука, пачка майонеза, пачка сметаны, приправа по вкусу и соль. И сейчас покажу, как все готовится. Берем противень и нарезанный картофель выкладываем примерно вот так вот. И еще забыл сказать, нам понадобится примерно 200-250 грамм сыра. И вот так слоями выкладываем на картофель куриное филе. И делаем второй слой. Укладываем картофель не сильно часто, чтобы все поместилось у нас на противень. И так слой за слоем потихонечку, не спеша, выкладываем картошку. Как видите, я картошку предварительно не солил, приправами не приправлял. Куриное филе также не просаливал. И сейчас чуть позже покажу, что я буду делать с приправами, с солью, со сметаной и майонезом. Как видите, выложили на противень картофель. Теперь берем какую-нибудь глубокую посуду и выдавливаем с пакетов майонез и сметану. Майонез и сметану ложу по вкусу. Кто любит побольше, кто любит поменьше. Ну, я примерно использую по 200 грамм майонеза и 200 грамм сметаны. После этого добавляю приправы и соль по вкусу. И все аккуратно, не спеша перемешиваем. После того, как перемешали, берем такую кисточку и добротно размазываем по картофелю наш майонез со сметаной. Равномерно размазал,
Теперь убираем, ставим это все в духовку на 40 минут. Ставим в духовку на 40 минут при температуре 160 градусов. Пока картофель с курицей готовится в духовке, мы нарезаем шампиньоны. Можно, друзья, использовать любые грибы. Особенно вкусны в этом блюде будут боровики, подосиновики. Также очень вкусно будет это блюдо делать с опятами. И, как я говорил выше, у нас в этом году грибов сильно не уродилось. Приходится использовать шампиньоны. Хотя с шампиньонами тоже очень вкусно все получается. Примерно так нарезаем шампиньоны и нарезаем лук. Нарезанные грибы и лук обжариваем на сковороде, пока наша картошечка с курицей готовится в духовке. Расположение картофеля под углом способствует тому, что вот данный соус, который мы сделаем, хорошо пропитается с картошкой и мясом. Ну, а грибочки понемножку поджариваем. Пока жарятся грибы, мы натираем сыр. Обжарили примерно до такого вот состояния грибы с луком. Небольшой сок остался от грибов. Теперь ждем того момента, как прозвучит будильник. И добавим эти грибы в картофель. Прошло 45 минут. Я немножко сверху начала подгорать. Пробуем вилкой картофель. Хорошо можно проткнуть вилочкой. Значит, у нас практически все готово. Теперь выкладываем равномерно грибы. И ставим в духовку еще примерно минут на 15. Все так же готовим на температуре 160 градусов. Прошло 15 минут. Картошечка с грибочками уже готовы. Теперь у меня здесь примерно 250 грамм сыра. Равномерно рассыпаем его по картошке. Буквально поставим минуты на 3-4, чтобы сыр расплавился. Ну, через стекло духовки будет хорошо видно, когда можно будет выключать наше блюдо. Вот и все, блюдо полностью готово. Теперь можно приступать его кушать.
Очень ароматный запах. Запах идет от грибов, от сыра, от самой картошки с курицей. Очень приятное, вкусное блюдо. Рекомендую, друзья, попробовать. Не пожалеете. На этом, друзья, видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Кто не подписался, не забудьте подписаться, друзья. И не забываем поставить лайк, если вам, конечно, это не трудно сделать.